Погода подвинула планы дорожников, но несущественно. Разыгранным контрактом на ремонт полотна в областном центре ничего не угрожает. Времени на исполнение до 1 декабря, но, конечно, условно. В активной стадии восстановления дороги на улице Дзержинского и 8 марта. Капремонт на вокзальной площади. На август запланированы работы по улице Революционной от реки Увать. Они должны повысить транспортную проходимость в рамках строительства первого этапа западного обхода. 25 миллионов рублей выделено на ремонт дороги на улице Новая и Первая Полянская, а также в переулке Челышева. Полный перечень объектов по ремонту Ивановских улиц опубликован на сайте мэрии. По объему выполненных работ, я думаю, в этом году даже получится объем именно ремонтных и капитальных ремонта работ сделать больше, чем первоначально было запланировано, благодаря активному взаимодействию с областью. То есть, как бы здесь их помощь, безусловно, сложно переоценить.